Стоит такая деловая, короче, да. Там и брат, фигня какой-то страдает. Миля смотрит на него. Да, ничего не понимает. А сейчас она, короче, пытается просто убежать от меня. Вот вы посмотрите, папа зла, она забирает эту фигню. Ну офигеть. Иди сюда. Пошла рвать обои, короче. Вот. Привет. Ой, катается такая крутая. Блять, короче, меня сейчас пишут, типа, вот, я хуёвая мать, все такое, все время куда-либо съебываю, типа, я сейчас не должна иметь ни парня, ничего, помоет, когда дочка вырастет, вот будет, уже пойдет в школу, вот тогда и думаю о парнях, охуеть, типа, я сейчас должна, наверное, забросить себя, быть, блядь, бомжарой, уродливой, просто, ладно, окей. Ребят, блядь, если вы думаете, то, что я сейчас солью какой-то хуй Паши или что-то типа того, блядь, то нет. Блядь, я просто солью про него некоторую информацию и все типа, блядь, в его рот. Но, пожалуйста, подождите, я сижу сейчас с ребенком и я не могу разорваться, блядь, почему вы этого не можете понять, типа, лол. Ребят, прикиньте, что я сейчас листала телеграм-канал и увидела вот это. Типа, мой бывший сейчас будет давать интервью про меня. Ладно, мне очень интересно, что там будет.